Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать в лучшую лигу мира. Мы в Ярославле, в столице Золотого кольца, на стадионе Шинни, где, конечно, сегодня мы увидим матч лучшей лиги мира. Мелбет, первая лига, тур номер 6. И настроение, честно говоря, в Ярославле прямо сейчас, понятное дело, не фонтан. Шинник – последняя команда в Мелбет первой лиги. Сегодня против родины предстоит команде Дмитрия Черышева «Пицца». Меня зовут Михаил Гриванов. С большим удовольствием, как и всегда, работаю на матчах Мелбет первой лиги. Свисток прозвучал, матч стартовал. И давайте к стартовым составам, потому что что-то подсказывает, что вряд ли сегодня команда порадует невероятно быстрым мячом с той другой стороны. 68-й Михаил Редно играет слева, соответственно, Шадринцев справа, как я уже сказал, бывший игрок Шинника. Удары за пределов. Это как раз-таки Руслан Фищенко, 6-й номер, капитан команды, рядом с ним Леон Мусаев. Конечно, изначально первым номером должен быть у родины, ну, планировалось. Да, Шакеров, ух ты, Юшин, много свободы. Рейна как будто бы забежал в офсайд, но нет, на самом деле не придумал, что делать. Не придумал Йорди Рейна, какой-то полунавес, полутычок. Шакуро, на кого кросит удар, может быть поворотом. Мог быть поворотом удар, но не случилось. Там Олейников был близок. Здесь Косогоров. Темп увеличивается. Это удар. Это Скворцов удар. В его исполнении хорошо было. Ну, вот как я и говорил. Ну и... Естественно, решил вернуть Самойлов. Самойлов! Как близок был. Дмитрий. Тогда будет настоящий бриллиант. Йорди Рейна в штрафной один. Йорди покатил удар. Как раз-таки Шадринцев. Все про руку сразу показывают. Ну, судя по всему, другие не было, но очень близко. Бен Заграем пока недоволен, но пока впечатляющего мало. Смотрим, Шинник в атаке. Это Олейников. Это Косогоров. Это прострел Самойлов. Хорошо было. Но вот это работает, на самом деле, связка Косогоров-Самойлов. Это что-то перспективное. Значит, так пытаются закинуть туда в штрафную. Там теперь Федоров, Джонатан Джон. Просто кроссами поворотом пытаются пробить. Федоров борется, Олейников, здесь Малахов. Головой прокинул Малахов. И да, Федоров мяч просто, ну не то чтобы перелетел. Сейчас мог эту игру поджечь, что надо. Удар за пределов штрафной. Какой-то больше на вес было похоже, но в итоге закрутился так, что Александр Карякин так провожал мяч с опаской. Последняя минута. Здесь нужно включать Рори Делопа и всех остальных. Но даже до ближнего мяч не долетел. В лед тот Фищенко удар. Мяч под себя. Здесь включил. Это Шайхдинов. Ой-ой-ой. Ну, это из регби, по-моему. Все! Устал главный арбитр на это смотреть. На эти нули и попытки команд мучительные добраться до чужих ворот и что-либо создать. Ну что, всем спасибо за просмотр, друзья. В любом случае, Мелбет первая лига остается лучшей лигой мира. Все еще лучшая лига мира. Здесь иногда бывает крайне весело. Но бывает и так. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Будьте умнее и пока.